Итак, всем привет, с вами Нескафе, и сегодня я вам расскажу, как поставить абсолютно все стандартные настройки, включая конфиг, разрешение экрана, абсолютно все стандартно. Для этого заходим в компьютер, дальше заходим в диск D, а потом Steam, и здесь видим папочку User Data, ее просто удаляем. Потом, в общем-то, заходим в Steam и запускаем CSGO. В принципе, у вас станет не только CSGO, но абсолютно все игры стандартными. В принципе, ребят, все, я все, что хотел, я сказал, ребят, это видео будет коротким. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.